Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Сергей и Владимир, и мы с ними поговорим о бридже. Расскажите для начала, что это вообще Такое. Это такое? брюки? Да, это о чем? Потому что большая часть людей, может, и не особо в курсе. Что такое спортивный бридж? Ну, вообще есть огромное количество карточных игр, которые известны по всему миру. И спортивным бридж является просто по той причине, что там совершенно не зависит от того, какие карты приходят игрокам. То есть соблюдается основной принцип спорта. Все в разных условиях. Ну, если рассказывать подробно, то, наверное, нам понадобится больше времени. А вот если кто-то хочет заинтересоваться, то мы всегда готовы, ну, людям рассказать более подробно в другом месте. А вот у вас проходило большое такое крупное мероприятие, турнир по спортивному бриджу в рамках рождественских мероприятий от Верхнекамской торгово-промышленной палаты. Как вы вышли на палату? Как вообще познакомились с содружеством наших предпринимателей? И Ну много ли и заработали? много ли удалось вам вообще действительно заработать на этом всем? Насчет выхода, наверное, ты, да? Да, мы с ними познакомились благодаря Ботнису Николаю. Он нас с ними свел в том году. И вот где-то с лета того года они нам предоставляют помещение, свой конференц-зал, и мы там проводим свои мероприятия, турниры. Вот также благодаря им у нас состоялась поездка в город Екатеринбург в конце ноября. Там проходил открытый кубок Урала по спортивному бриджу с 29 по 1 декабря. Три Это дня мы спорт там. для умных или это бизнес? Это индивидуальная игра. На Это ней спорт. зарабатывают, да, когда выигрывают. На нашем уровне мы на этом не зарабатываем. А для Это чего? хобби. А для чего предпринимателю вот этим всем увлекаться? Чтобы уметь как-то просчитывать в Это как голове какие-то шахматы, как стратегия. ходы? Это, да, я думаю, что да. У меня сразу эта ассоциация держать лицо, да, в какой-то игре, в карточной, Ну, да? в процессе Что-то. Не показывать игры, свои эмоции. это Вы про покер говорите. Я не работаю, да. Игра Вам здесь пара не на пару, нужно? то есть это парная игра. То есть в процессе игра состоит как бы из двух этапов. Сначала идет торговля, то есть в процессе торговли партнеры должны определить Чем торгуют? силу своих карт, общую силу партнеров и выставить оптимальный контракт. И вторая часть непосредственно игра. Ну вот оно, вот, когда для Сыграть предпринимателей. то, что ты заказал. А чем отличается от покера? Вообще говоря, и там, и в покере, и в бридже нужна очень отточенная логика. Очень точный расчет. Где-то даже, наверное, близко к математике. Вообще рассчитать, конечно, все очень трудно. Большое значение имеет интуиция. Думаю, что у бриджистов интуиция, наверное, даже повыше, чем у женщин. Хотя я считаю, что женщины очень интуитивные создания. Вот. И, кроме всего прочего, бридж делает из нас таких Шерлока Холмсов. Очень сильно развивается дедукция и логика. Скажите, вот такие вот сильно развитые замечательные качества, да, вот эти вот интуиция, дедукция, логика, как вам в жизни помогает? Жизни помогает. Да. Ну, вообще, я считал, что я изначально всем этим обладал, Да. поэтому почти сразу начал обладать, ну, побеждать в А турнирах. потом отточили еще. А А потом еще нынче какой отточилось, результат? конечно, само собой. Как? А нынче какой результат у вас получился? Нынче это где? Нынче на турнире большом в рождественском. Мы Удалось ли тоже. занять призовое место? Они заняли первое место. Первое? Да. О, ну поздравляем, здорово. А как удается вот с негативом бороться? У людей же представление, вот карты, это там ставки, Да, нелегальный проиграешь бизнес, все, что даже теневая не надо. экономика. Вот как вот это переубедить людей удается, что это здесь, в данном случае, спортивная дисциплина, правила и вообще все тут правильно и хорошо? С негативом бороться? Тонкий вопрос, Да. конечно. Я видел огромное количество очень сильных бриджистов, которые бывало, что резко проваливались в соревнования. Негатив – это, думаю, одна из основных причин проигрышей.
возникает эдакий эмоциональный дисбаланс в паре. Причем он очень сильно влияет. Один разволновался, и тут же в паре начинает волноваться другой. Ну и ошибки. Вы, наверное, наверняка видели, как люди в 2 метрах у ворот футболисты могут промахнуться по воротам. А примерно вот то же самое, что с брижистами. Всемирный покер, например, там можно в интернете играть со всем миром, да, и люди там зарабатывают так же, как на бирже, если умеют что-то делать. Ну, да. У бриджа такие же есть всемирные сети, да, то есть можно как-то где-то. Дело в том, что есть спортивный бридж, а есть не спортивный. Не спортивный. Наверное, есть роберные варианты, я просто не интересовался этим вопросом, что люди могут зарабатывать, наверное, если не играют не в спортивный бридж. Спортивный бридж это просто как шахматы, а да. Компьютерные разные. Есть коммерческий вариант, в смысле бриджа. А вы не пробовали играть? Нет, это не наш уровень. Именно из-за негатива. Когда есть корыстная заинтересованность, человек очень легко может сбиться с эмоционального баланса. Как интересно. Вот. Дело в том, что я очень много видел людей, увлеченных азартом, и они проигрывают буквально состояние. Угу. То есть вы бы в рулетку играть не пошли? Мне это не интересно. Счастье не приносит. У вас и так очень много, я думаю, эмоций, адреналина в вашем спорте. Спорт это всегда... У меня адреналина нет. Серьезно? А чем тогда вас привлекает? Я стараюсь радость получать. Радость. Зачем издеваться над собой, как говорится. Эмоции. Все равно получаете, вы занимаетесь любимым делом, получаете радость. Да, это какое-то отвлечение от повседневности. Я вижу какое-то противоречие. С одной стороны, да, для вас это удовольствие, я вижу, но понимаете, вы люди такие уже зрелые, например, а люди молодые придут, они хотят, я хочу стать чемпионом, там где-то заработать на этом. Это возможно вообще, нет? Ну, конечно, возможно, но всегда даже надо... Я буду играть, понимаете, мы обязаны вас спросить, потому что... Всегда надо учитывать, что человек, стремящийся к совершенству, к победам, он всегда может встретиться с тем, что у него будет срыв. Но это в любом спорте. Это в любом спорте. Ну и вместо радости, конечно, могут возникнуть какие-то отрицательные эмоции. В любом большом спорте могут быть неудачи, срывы. И спорт больших достижений, он требует, как сказать, от всего отрешиться и заняться только этим. Ну, я вижу какую-то фобию игроков, фобию поражений, разве нет? Меня еще волнует то, что у них такое противопоставление. Деньги, да, спортивные, это вот чисто... Типа это плохо. Почему плохо? Да, а деньги это плохо. Во всем мире играют и нормально. А я считаю, что если у вас такие классные качества, да, аналитики такие, такие дедукции, интуиция. Так же, как на бирже. Деньги неплохо. Деньги неплохо. Плохо то, что человек может каким-то образом к чему-то сверхважно относиться и из-за этого выпадать в негатив. Вот там не заработал денег, ой, какой я плохой, несчастливый. Не может с этим справиться. Не может с этим справиться. Если человек может справляться, то на здоровье, почему сразу плохо? А вот, кстати, еще интересно, знаете, вы говорите, что это парная все-таки игра, что пара на пару должны играть. Да. А кого лучше в пару ставить, двух мужчин, двух женщин или мужчин и женщин? Это вид спорта, где важно... Неважно, как пара микстовая, пара женская, пара чистая мужская. Важно понимание между партнерами. То есть мы должны понимать друг друга, о чем мы говорим. Просто вот и куда мы идем. Что женской логикой присутствует еще что-то такое. Может быть, женщину, если вместе поставить, то они весь турнир выиграют. Бывает такое. Бывает? Вот в Перми на турнире, вот 3-4, была женская пара, чемпиона России уже 18-го года. Угу. А для того, чтобы вот вы как-то прошли эти соревнования успешно, вы где-то садитесь, тренируетесь, проводите какие-то да, свои игры? Я говорю, вот нам Верхнекамская торгово-промышленная палата предоставляет вот свой офис, офисный центр под Пилетки 34, мы там собираемся. А кто и когда может к вам присоединиться, в какое время проходят ваши игры? Да, вторник, да. По вторникам. 5 часов вечера, Пятилетки 34. Бизнес-центр Мир, что там происходит? Мы там собираемся, в зависимости от количества человек, сколько пришло, проводим. Давайте турнир. Запишем небольшую визитку для нашего Вин-Вин Радио, то есть нужно будет представиться, кто вы, чем вы занимаетесь, то есть какое-то название вашей организации или клуба, ну и ваши контакты, как кто к вам может прийти
На сайте Верхнекамской торгово-промышленной палате, там указан, есть мой телефон, там указан адрес, по которому собираемся. И нет, еще раз, понимаете, у нас есть радио, где только звук звучит, и там идут визитки длиной 60 секунд примерно. Понял. Да? Там уже 50 визиток, кстати, кому интересно, Вин-Вин Радио ВКонтакте найдете. Давайте, имя, фамилия. Лямин Владимир. Еще раз. Лямин Владимир. Телефоны говорить 8-912-989-59-68. По вторникам с 17 часов, пятилетки 34, офисный зал Меркурий. Над входная дверь слева, над ней табличка Меркурий. И что мы там делаем? Мы проводим турниры по спортивному бриджу.